движение между вот этой рукой. Вот опускание. Потом, если сделать статично, почему? Здесь происходит между этой точкой и этой движение. Я все время стараюсь смотреть на ноги. Работает не на захват, потому что вы себя ограничиваете. Она создает максимально длинное движение, а потом вы выстраиваете уже прямую. Вы сделали упражнение, но продолжайте контролировать свою руку. Для старших можете попробовать без рук. С чем это связано? Это понижение вашего корпуса. Держи меня, держи, не пускай. Да. Вот. Вам нужно поднять плечи вашего партнера. В данном случае я их опускал. Сейчас поднимаю. Вот. Ногой. Теперь вставание и сразу. Техники быстрые происходят только тогда, когда вы ловите этот таймер. Я искренне его отталкиваю, он делает то же самое. У вас две руки, две плоскости. Вам нужно сделать из них одну. Видно? Ушлись. Вы уходите, а потом открываете движение. Беритесь. Партнер. И перенаправляете под 90 градусов. Здесь, уходя назад, я вытягиваю впереди стоящую ногу. Идя вперед, я наоборот работаю с этой рукой. Теперь иду к себе, и потом она уже 90 градусов. Как ни странно, руки работают обе. У меня происходит движение к нему. И потом атака сюда. Движение к нему и разрубание сюда. Движение к нему и разрубание сюда. Нет, к нему разворот. Красавчик. В принципе, того же движения, но уже без оружия. Вы должны чувствовать именно те центры вашего партнера. Поэтому вы не забывайте, что вы дышите вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вы подняли высокую точку. И опустили. Ваш партнер неустойчив, поэтому сейчас вы работаем на носите. Движение здесь. Руки он убрать не может. Вы их сами прижимаете к себе, вытаскиваете. Вот это. Видно? Вам нужно пользоваться преимуществом, потому что ваш центр внизу. Вам нельзя давать вашему партнеру во время руки я. Я стою плоскостью к тебе, прижимаюсь. Так нельзя делать. Thank you.
начинать его к себе. В формате. Подвигаемся.